Всем здравствуйте. Ну, я не могла не снять вот эту пронзительную частоту. Не смогла. Смотрите. Как и обещали, сегодня солнце и тепло. После такой огромной ночи буйства, ливня, ветра, ужасный был ветер. Столько воды вылилось. Горы прям прорисованы. Вот я теперь понимаю, как художники, знаете, японские там рисуют горы. Свою Фудзияму, да? Вот именно так. Вот горы именно такие. Это удивительно. И такой чистый воздух. Тоже печечка топится. А они, кстати, вот обложили вот эту трубу вот такой красивой кирпичной кладкой. Вот именно так и надо сделать в идеале. Это очень красиво. Очень аккуратно и безопасно. И сохранять тепло. Кто-то летит, по всей вероятности, в Батуми. Вот куда ушла? Кася, ты куда там ушла? А я вот тут ее немножечко это спаливаю. Всякую эту бумагу. Что-то ненужное. Не так люблю огонь, честно вам скажу. Иногда мне не хватает воды. И тогда я хочу к морю. Иногда мне не хватает огня. И тогда мне нравится смотреть на камин. Или что-то сжигать. Какой-то баланс, а иногда заземление. Спички. Что за грохот раздается? А, вон кошка. Сейчас кошка, конечно, встретилась с собакой. Красный такой закат. Сейчас мы с вами немножко поснимаем. Кошка встретилась с собакой, конечно. Вот тут у нас случилось, видите, какая штука? Вот если кто посмотрит мои ранние видео из деревни, вот здесь сидела кошка, у меня есть видео, и смыла часть земли, вот именно вот от этого, как, я не знаю, что это такое, как блиндаж какой-то небольшой. В общем, смыла часть земли вот здесь. Ну вот у меня такое ощущение, да, что, собственно, видите, вот приходили к нам работники, сельсовет приходил, директор, начальник сельсовета, смотрели, сказали, все нормально. Ну, я сама чувствую, что да, все нормально, но вот тогда, когда был этот страшный дождь, селевый, это вот сошло все, видите. Да, так себе история, честно вам скажу. Это я почему здесь сижу, чтобы до конца уже все допалить. Вот и кошку надо, конечно, загнать. А то она встретилась с соседской собачкой. Очень умные соседские собаки. Это уже можно так оставить. Удивительно умная. Я ему говорю, черный, его зовут Черна. Не черный, да? А вон он сидит. Я его кормила сегодня. Вчера мы его тоже кормили немножечко. Чуть-чуть помогаем кормить. Потому что он очень много кушает, конечно. Крупная собака. Вот. А, так подождите, а где у меня этот полосатый мой ребенок? Кася? Потеряла я ее из виду пока. Ой, я забыла снять. Белье надо снимать, а то сейчас натянет сырости. Но когда я смотрю глазами, кажется, что намного ближе горы. Надеюсь, вы тоже их чувствуете так же, как и я.
И вот надо же найти кошку. Она же точно такого же цвета. А вот она, ее даже не видно. Представляете, какая она бежевая. Кася! Если вы ее увидите, штаны там. Штаны только торчат. Угу. Здравствуйте. А я там дверь-то закрыла. А я калитку-то закрыла. Я не знаю, что со мной случилось. Это вообще очень некрасиво. Поведение очень некрасиво. Извините, пожалуйста. Заходите. Она всегда, когда что-то такое делает, она говорит так. Так, все, надо идти домой. Пойдем домой. Кася. Кася, ты опять хочешь, чтобы попался тебе кто-то? Черный так и сидит. Маша, рыбочка моя. Слушайте, ну, у меня там остался хлеб немножко. Ну, Толя, он так и сидит. Ну что, дать ему опять хлебца? Сидит. Черному. Черный сожрал 3 грудки. А, вот сейчас? А, ну все, до свидания тогда. Черный, я забыла. Мы купили 3 грудки. Представляете, я их забыла в машине. Конечно, она сразу испортилась. Мы тебе же отдали 3 грудки. Ты мой хороший. Тебе хватит намного. Все. Все, пока, до завтра.